Ваши кофе макачино возьмите, пожалуйста. К внешнему виду баристы на Комсомольской добавились новые атрибуты. Защитная маска и перчатки – аксессуары номер один. Интерьер в кофейне тоже не прежний. На полу появилась разметка «Просторнее расставлены и столики». У кассы антисептик. Коронавирус еще с весны диктует свои правила. Первая волна пандемии, то люди более серьезнее к этому относились. На данный момент я не могу сказать, что у меня каждый второй человек приходит в масках, поэтому можно сказать, что 20% из 100 заходят только в масках. Каждые 2 часа кофейня закрывается на 15-минутный перерыв. За это время сотрудники успевают проветрить помещение, продезинфицировать столики и стулья, рабочую зону, пол и дверные ручки. Все фиксируется в журнал. А вот чтобы капучино был не только вкусным, но и безопасным, каждую крышку и стакан дополнительно обрабатывают паром из стимера. Чайные лавки на Советской тоже думают о покупателях. На входе стоит дезсредство, специалист в маске и перчатках. На рабочей зоне имеются антибактериальное мыло, антисептик, одноразовые полотенца. Все про запас. Ну, мы вывешиваем вот такую табличку «Санитарный час». Ага. Ну и, естественно, посетители видят. Протираем поверхность рабочая, в зале протираем. Протираем дезинфицирующими средствами ручки дверей, сами двери. Моем пол тоже с дезинфицирующим веществом. Ну, это полидес, антисептик, это санфор хлоросодержащие. Помимо табличек с напоминанием о социальной дистанции, здесь еще висят правила профилактики. Пока стоишь в очереди, можно провести время с пользой. В ассортименте заведения свыше 150 наименований чая. Буквально каждый для укрепления иммунитета. В составе можно найти чабрец, липу, ромашку, мелиссу, шиповник, мяту. Все, как говорится, что пожелает душа. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.